збираються наступати на Слов'янськ, проводять там штурмові дії. Про це повідомляє Генштаб. А детальніше про ситуацію у місті ми дізнаємося від голови Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха. Пане Вадиме, я вас вітаю. Доброе утро. Як у вас ніч і ранок пройшли? Ну, ночь относительно спокойная, потому что не было обстрелов, прилетов в город, хотя неделя была такая уже горячая для нас. Мы уже за последние 3 месяца получили уже погибших, это впервые, раненых, то есть были обстрелы серьезные, поэтому да, неделя сама по себе напряженная. У вас внаслідок цього обстрілу потужного, про який ви говорите, не було електроенергії в місті, зараз вже поновлена подача струму? Да, сегодня у нас уже город с электроэнергией. Спасибо работникам, высоковольтникам, которые восстанавливают эти линии, потому что линии идут за городом, в зоне боевых действий. За электрикой тянется, конечно же, и другие проблемы инфраструктурные. Это отсутствие воды в городе тоже почти неделю. В связи с тем, что электроэнергия восстановлена, пытаемся восстановить подачу воды. Но я хочу сказать, что подкачивающие станции и фильтровальные, которые находятся в 2 источниках подачи воды на город, они находятся за городом на расстоянии 6-7 километров. Это зоны обстрелов, эти поселки постоянно обстреливаются, поэтому выезд туда коммунальщиков усложнен, ремонтные работы усложнены, по крайней мере, пытаемся сегодня это сделать. И тоже слова благодарности всем людям, которые, несмотря на такую опасность, пытаются выполнять свою работу и снабдить город водой. Просто так, ви кажете, що ускладнені роботи, я думала, що взагалі неможливо туди виїздити, і тому місто зараз приречене на те, щоб бути без води, але тим не менше їздять комунальники, це взагалі фантастично, це і люди-герої. В одному з направлений поїхали, да, дійсно, в одному з направлений поїхали, по второму остановлено, не пускають воєнні, нужно розуміти, що вони теж не можуть допустити, щоб гражданські виїжджали в зону бойових дій. Тому, можливо, чекаємо інформацію, і по одному з водоводів удасться відновити водоснабження. Але це ще все не точно, по крайній мірі, такие уже хорошо, что есть возможность выехать туда. Ну, чтобы якась перспектива. Перспектива. Ну, на сегодняшний день занимаемся подвозом воды, потому что запасы воды в городе имеются, питьевой, организована подача воды, подключается ДСНС, соседние города помогают. Поэтому это ситуация на контроле руководителя области у меня, поэтому занимаемся и все сделаем для того, чтобы город все-таки не остался без воды. Чи активізувалася евакуація із міста після потужних обстрілів і через те, що немає базових комунікацій, води немає? Вообще эта неделя была такая более активная по выезду. Мы видим, что почти в 2 раза увеличилось количество выезжающих как эвакуационными автобусами. Также вижу, что своим личным транспортом люди активно выезжают, вывозят вещи. То есть вот эти все процессы, которые происходили в течение этой недели, подтолкнули многих граждан все-таки покинуть город. И я еще раз, пользуясь случаем, призываю их сделать это. Ну и также те, кто вдруг по какой-то причине решил вернуться в город, воздержаться от этого. Я думаю, что для этого будет более подходящее время, а сейчас желательно выехать из города на более безопасное расстояние. Скажіть, а що передбачає евакуація? Це просто автобус, який людину із Слов'янська вивозить, наприклад, в Івано-Франківську область і все? Чи передбачена якась допомога із розселенням, якась грошова допомога одразу на місці? Ну, здесь как раз-таки хочется, после случая, развеять мифы о том, что, вот, дескать, люди выезжают, они брошенные. То есть эвакуация ведется в 2 направлениях. То есть первое направление – это автобусы доезжают до Днепра, и люди сами определяются, куда им дальше ехать к родственникам, возможно, где-то растеряться, либо через волонтерские центры определяться в Днепре. А второе направление – это тоже через Днепр, но в западные области Украины, Ровенскую, Львовскую и другие. Это идет уже с размещением, то есть, в принципе, люди знают, что достигнув точки конечной, в течение суток их разместят, это турбазы, отели и так далее. То есть это будет и питание бесплатное, то есть здесь все организовано на уровне областей и согласовано. Также волонтерские организации, различные фонды работают над этим, тоже спасибо, что такая работа ведется. То есть все, кто желает выехать, имеют такую возможность сегодня, несмотря на то, что количество увеличивается, тем не менее увеличится количество автобусов, которые каждый день выезжают, она идет по записи, то есть не хаотично организовано, поэтому здесь все нормально. И сама дорога, она больше-меньше безопасна? Да, это направление безопасное, случаев обстрелов или каких-то таких осложнений за последнее время не было, надеюсь, и не будет. Сколько у вас на день зараз людей выездить? Ну, сегодня на Днепр выехало 73 человека, 10 детей. Фактически вот на Днепр такими вот где-то от 70 до 100 выезжает. Ну и в другие области записывается от 100 до 200. Иногда приходит меньше, чем записалось. Люди, наверное, в последний момент все-таки думают еще на день-два задержаться. Но, тем не менее, вижу, что и трасса на... Мне говорят водители о том, что, которые сопровождают автобусы, говорят, что уже загружено в направлении Днепра, то есть количество, поток транспорта увеличивается. Люди виїжджають. Зрозуміло вас. Дякую дуже за те, що долучилися. Розповіли нам про ситуацію. Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації, став учасником марафону «Єдині новини», який продовжується.